Порой кажется, что приготовить блюдо восточной кухни сложно, но этот рецепт доказывает обратное. Пхалвайтар – вкусное сладкое лакомство на основе крема и орехов, которое готовится за 1 час. Казалось бы, приготовить десерт – это целая наука, но есть такие рецепты, лакомства по которым получаются даже у начинающих кулинаров и кондитеров. Пхалвайтар готовит мои миллилитра отшая сестра, которой 14 лет, это доказывает то, что десерты из натуральных ингредиентов и без всякой химии может приготовить даже подросток. Десерт готовится на основе сахарного сиропа, мюки, сливочного масла и орехов. Смотрите, как приготовить халватер. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. 1. Для этого десерта я брала обычный арахис и обжаривала его в духовке, так быстрее и лучше. 2. В емкости с непригораемым дном варим сироп. Смешиваем 450 мл воды и 170 грамм сахара. Доводим до кипения и провариваем 1 минуту. 3. На сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Томим массу, постоянно ее помешивая. 4. Теперь выливаем ее в наш сахарный сироп и провариваем около 2 минут на слабом огне. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Очищаем наш арахис и добавляем в сливочную массу. Все тщательно перемешиваем и выкладываем в любую форму для охлаждения и застывания. 6. У меня была прямоугольная форма, в которой я и охлаждала десерт. После остывания я отправила его в холодильник на пару часов, хотя халвайтар можно кушать и сразу. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Нам понадобится: топленое сливочное масло 100 грамм, арахис 100 грамм, можно и другие орехи, мюка 120 грамм, сахар 170 грамм, количество порций 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До свидания, друзья.